Нас ожидают бои весовой категории до 68 килограмм. И в синий угол октагона приглашается представитель России. Встречайте, Магомед Алдамов. А в красный угол приглашается его оппонент, представитель Таджикистана, Шамсидин Мирзоев. Все готово к началу боя, поединка. Дает напутствие судья, пожимает руки. И да, начнется поединок. Алдамов Магомед и Мирзоев Шамсидин. О, отличный хайкик от Магомеда в голову. Еще один. Пошел в бар. Перевод сразу настил своего оппонента Шамсидин. Понимает то, что Хлесткие удары. Да, очень хорошо работает Магомед в стойке, потому что является, ну, потому что намного длиннее он и пользуется тем, что он длиннее амплитудой своих рук и ног, и поэтому понял, что может быть какая-то опасность для Шамсидина наверху, сразу переводит своего оппонента вниз. И вот сейчас работа внизу в партере. Пытаются бойцы улучшить свою позицию. Напомню, что это весовая категория 68 килограмм. Пытается подняться Магомед. Но Шамсидин его не отпускает. Да, прижал ближе к сетке. Да, контролирует руку и наносит удары. И вот сейчас пытается Магомед как-то улучшить для себя позицию. Пытается, мне кажется, он сбросить руку для того, чтобы произвести удушающий там, треугольник. Он потихонечку. Магомед думает для себя, как из этой ситуации можно извлечь небольшую выгоду. Бездействуют пока бойцы. Да, рефери предупреждает о том, что если не будет действия, то он и поднимет стойку. Шамсидин наносит удар, хороший удар в голову. Да, и вот сейчас при помощи октагона, наверное, попытается Магомед довести. И вот сейчас, да, вытаскивает руку. Сразу ногу, другую. И, забирает, наверное, руку. Попытается, да, провести рычаг, ну, то ли не то ну, ли смог рычаг, пересесть, да. Ну, отлично, все, выходит. Бойцы поднимаются наверх, работа у сетки. И вот сейчас... Да, работа у сетки. Зацеп со стороны Магомеда, контролирует ногу своего оппонента. Пытается бросить его, да, поднимает. Очень хорошо. Амплитудный какой бросок, какой... Отличный прогиб. Вот, ну сразу же прихватил шею. Да, шею хорошо прихватил. Шамсидин. Но нужно отдать должное Магомеду за этот хороший амплитудный бросок. Я думаю, мы его обязательно увидим в хайлайтах. И вот сейчас пытается провести рычаг локтя представитель Шамсидина. Таджикистана. Да, но не дает Магомед свою руку и сразу встает, выходит. Да. Выходит Магомед из этой опасной позиции для себя. И фулмаунт садится. Ой, да, занимает. Да, и вот сейчас фулмаунт пересел и пытается его сбросить с себя. Шамсидин. И фулмаунт у нас Магомед. И вот... Отлично сбрасывает его для себя Шамсидин. Воспользовался тем, что не было центра тяжести у Магомеда и сразу перевел его. Да, очень быстро меняет позиции. Бойцы очень переходят из этажа в этажи. Поэтому как бы интересно очень наблюдать за этим боем. Ну, отличный бросок нам показал Магомед. Очень амплитудный. И вот сейчас находится у своего угла. И вот сейчас получает указание. Получает указание. Вот сейчас попытался, наверное, привести прием Магомед. И не дает Шамсидин своему оппоненту встать. Контролирует его снизу. Попытался удар нанести. Шамсидин, кажется, больше. Магомед. Да, потому что нет, Магомед длиннее, поэтому, в принципе, кажется, Шамсидин больше. И вот сейчас попытается опять сейчас Магомед провести. Ой, забирает руку. Да, но... и вот сейчас рычаг локтя, наверное, было бы здесь уместнее сделать, но единственное, получится, да. Единственное, что мешает Магомеду, так это его голова внутри ног у Шамсидина. И вот сейчас они на обоюдном таком этом находились.
и выходит. Опять встают бойцы, выходит Магомед, очень интересно. Да, приглашает своего оппонента наверх. И вот сейчас, наверное, мы опять будем видеть хорошие удары ногами со стороны Магомеда. Я думаю, что вот буквально... И вот сразу, да, сразу зацепил Шамсидин своего оппонента и опять переводит его вниз. Только позицию не смог сохранить. И сейчас, конечно, Магомед был в какой-то более выгодной позиции для себя. И работает все-таки. Отличный бросок. Отличный бросок, небольшой зацеп был и буквально перевернул своего оппонента вниз. Шамсидин, боец из Таджикистана. Очень, очень хорошую технику борьбы ребята нам показывают. Очень хорошие броски мы сейчас с вами увидели. И сложно говорить о том, что кто-то там сильнее или лучше, да? Вот, да, отлично. Заканчивается. Так, заканчивается. Да, первый раунд у нас, ребята. Мы... Так, это у нас 8 пара, 63 килограмма. Бойцы готовы, немного восстановились, и сейчас увидим зрелище. Опять Шамсидин идет в борьбу, пытается забрать спину, пытается бросить. О, отличный бросок. Назад, да, зацепил. И да, назад отличный зацеп, но позицию не может занять нужную для себя. И вот сейчас Шамсидин находится сверху, не дает своему оппоненту раскрыться полностью. Да, держит руку, пытается нанести удар, нанести максимальный урон, но Магомед не дает ему это сделать, всячески вот пытается. Сейчас я вижу, зацепился ногой Магомед за клетку, это очень травмоопасно на самом деле. Да, но... Развернулся Магомед? Да, развернулся. Отдает спину? Дал ему развернуться Шамсидин, почему-то не наносит удары. Вот, занимает позицию, вот сейчас, да, попал. Хорошая серия. Пытается спину забрать, заправить ноги. Вот у него получается это. Заправляет, да, теперь ноги растягивает. Да. Да. Растягивает. И вот начинает удары, но не дает сразу по... Запрещенный удар. Поднял рефери в стойку ввиду того, что боец красного угла удал, совершил затылок. Запрещенный удар. Да, запрещенные удары, поэтому судья решил поднять их в стойку. И предупреждает бойца в красном углу, что нельзя так наносить такие удары. Да, очень опасный удар в затылок. Сразу переводит, сразу идет в борьбу. Да, сразу Шамсидин, в борьбу. Да, видимо, что нацелен на борьбу. Нацелен Шамсидин на борьбу, понимает, что есть у него шанс именно в борьбе одержать завершить победу. Это, да, да, завершить, да, этот поединок досрочно. Видим, что Магомед немного присел, устал немного. Да, устал бороться Магомед. Видно, что как он сложно дышит, как ему удается выходить. Ну, мне кажется, Магомед ищет всячески для себя, пытается, да, встать, да. То есть, да, он... мне кажется, Магомед, наоборот, всячески ищет для себя момент для того, чтобы сделать либо треугольник, либо там выйти на там рычаг локтя, да? Но пока не дает ему его оппонент. И придерживает за шорты. Вот очень долго так придерживал за шорты. Да, судья не увидел этот момент. Да. И вот сейчас опять пытается Магомед, пользуясь длиной своих ног. Да, хочет боковой контроль сесть. И уже оттуда работать. Но Магомед не дает. Разворачивается, переворачивается всякий. Устал, видимо, как очень сильно устал Магомед. И понимая это, Шамсидин работает, да, по корпусу. По, да, корпусу ударил. Забирает опять спину, заправляет ноги. И вот сейчас вот пытается опять нанести удары. Да, град ударов нанес. Да, и скинул прям с себя его Магомед. И, конечно, но надо Шамсидину до конца заправить ноги и уже растягивать. Да, 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 конечно же. Видим, что защищается Магомед. Боится пропустить удары, очень жесткие удары у Шамсидина. Да, можно сказать, что этот раунд пока остается за представителем Таджикистана, за Шамсидином. Очень хорошо он работает внизу, очень хорошо контролирует своего оппонента, наносит и одиночные удары. Есть контроль, есть хорошее ведение боя. Да, в начале Магомед очень плотные удары наносил ногами, но... Когда Шамсидин это понял, сразу начал переводить своего оппонента. И видим сейчас, в каком положении находится.
наносит удар за ударом. Пытается Магомед сейчас, встать. Да, сейчас, мне кажется, да, начнет ломать руку своего оппонента. Да. На рычаг локтя пытается выйти. Но не дается Магомед, видите, как он защищается. И вот забирает руку, забирает очень. Ну, как-то вот не хватает совсем немножко для Шамсидина, для того, чтобы забрать руку. Да, и да. Очень сильно устал Магомед, поэтому если он сейчас руку отдаст, да, мне кажется, немного неправильно позиция. Завершится противостояние. Если... Да, вот сразу выдвинул. Вытащил локоть и... Ну, Фуман Шамсидин снова забирает позицию. О, Фуман Шамсидина, град ударов со стороны Шамсидина и скидывает себя Магомед. Скидывает Магомед и сам занимает позицию. Находится в гарде. И вот сейчас, да. Нужно наносить удары. Подустали бойцы у нас очень. Много силы, времени они потратили и энергии на борьбу. И борьба очень сильно утомляет на самом деле. Она забирает очень много энергии. Вот сейчас... Видим, что... Пытался забрать руку. Уплывает победа от Магомеда. Надо ему что-то предпринимать. Да, и вот. Потому что... Да, очень сильно он устал, видно. Потому что он даже не может встать. Он даже занимается какой-то второй позицией. Да, наносит удары такие плотные в голову. Видим, Шамсидин тоже устал. Да. Уже даже сам не хочет в борьбу идти. И вот так немножечко присел к своему оппоненту Шамсидин. 10 секунд до конца. Да, нужно просто. Ой-ой-ой-ой-ой! 4 хороших попадания, 4 хороших попадания от. Магомед хорош, выдержал все удары. И смело можем сказать, что. Ну, дождемся решений судей. Да, мне кажется, боец из Таджикистана одержал победу. Я показал очень хорошую борьбу. Не очень был готов к борьбе. Магомед. Удары со стой очень хорошо доходили, но не смог контролировать. Да, прочувствую. Выражение лиц ребят, то, что они сами понимают. По истечению двух раундов, единогласным решением судей, победу по баллам одержал боец из красного угла. Мирзоев Шамсидин, Таджикистан. Да, Шамсидин побеждает в этом бою.